Меня зовут Айзанат, я являюсь студентом языковых курсов Study Time. Сегодня я прослушала тренинг на тему «Как написать мотивационное письмо и рекомендательное письмо». Тренинг мне очень понравился. Я думаю, я как бы нашла ответы на свои вопросы, с чего мне начать, что в первую очередь сделать, что написать в моем мотивационном письме. Хочу выразить огромную благодарность Курке за этот тренинг. Я получила массу удовольствий и знаний.